Здравствуйте, в эфире Азов.Инфо, в студии Александр Истомин. О главных событиях дня в материалах наших корреспондентов. В Азовском районе зафиксировано масштабное хищение электроресурсов. Винодельня «Кантина» отметила свой первый юбилей. 10 декабря – Всемирный день футбола. В последнее время наблюдается рост случаев воровства электроэнергии в домовладениях. Только за последние 9 месяцев в Азовском районе хищение электроресурсов сопоставимо с потреблением всей Ростовской области за несколько недель. Какие меры воздействия принимают сотрудники ресурсоснабжающей организации, узнали наши корреспонденты. В сельской местности предприимчивые граждане практикуют методы кражи электричества путем набрасывания на воздушные линии специальной тонкосъемной штанги в обход устройств учета, что в свою очередь является опасным для жизни. С этим мы боремся следующим образом. Во-первых, данный вид хищения он легко выявляем, то есть визуально определить, увидеть наброс. Можно практически, как говорится, невооруженным глазом. В связи с чем мы организуем рейдовые работы, так называемые организационные мероприятия, в ходе которых наши контролеры, электромонтеры путем обходов участков электрических сетей линии 0,4 кВт выявляют данные набросы. При выявлении фактов незаконного воровства электроэнергии сотрудники районных электросетей на месте выписывают акт о бездоговорном потреблении ресурсов в присутствии правоохранительных органов. Мы обязательно направляем материалы, письмо в полицию с требованием в адрес данного гражданина, нарушившего действующее законодательство и причинившего ущерб нашему обществу, значит, возбудить дело административной ответственности. И также сразу оговорюсь, что вполне возможно возбуждение дела об уголовной ответственности. У нас ряд таких дел уже на территории Азовского района было. Благодаря заявлениям граждан о хищении электроресурсов, сотрудники организации выезжают на место и пресекают незаконные действия. По следам при осуществлении подключения потребителям самостоятельно к проводов, к неизолированным проводам нашей воздушной линии, в месте плохого контакта происходит перегорание жилок. То есть от плохого контакта и нагрузки происходит перегорание жилок. Вот чем еще и опасно производство данных набросов. Человек может просто-напросто уронить этот провод под напряжением, находящийся себе, я извиняюсь, на голову, скажем так. Поэтому эти моменты видны на самом деле, мы их отрабатываем. В случае выявления факта хищения энергетических ресурсов, нарушители привлекают к административной ответственности и накладывают штраф в зависимости от причиненного ущерба. По бездоговорным обязательствам сумма может достигать до 60 тысяч рублей, а по безучетным – от 20 до миллиона. Ивана Пажельцева, Александр Истомин, Азов.Инфо. Продолжается сбор денежных средств для 12-летнего азовчанина Ярослава Пыдыка, которому 16 ноября была проведена операция в Испании по восстановлению подвижности рук. По словам матери, операция прошла удачно, так как видна ощутимая разница в состоянии рук мальчика. 16 декабря за реабилитацию необходимо заплатить 400 тысяч рублей. На сегодняшний день не хватает 250. Желающие помочь Ярославу могут перечислить денежные средства на карту, номер которой вы видите на экране. На карту Сбербанка 2202-2003-3968-1775. Получатель Елена Пыдык. Или переводом на номер телефона +7 961-403-30-95. Пополнение счета только через терминал. Кадровые перестановки в структуре судебной власти Азова. Указом президента Российской Федерации судьей Азовского городского суда назначен Александр Варфоломеев. Ранее он занимал аналогичный пост в Морозовском районном суде. Мы вернемся в студию после короткой рекламы. Не переключайтесь. Эксперты Роскачества присвоили высший знак российского знака качества продукции «Азовский хлеб». «Азовский хлеб» – это новое оборудование. «Азовский хлеб» – это новый вкус. Новый «Азовский хлеб» – это широкий ассортимент хлебобулочных изделий из Добы. Покупайте в магазинах наш вкусный «Азовский хлеб».
Предложение, от которого невозможно отказаться. Для тех, кто мечтает о европейском комфорте загородной жизни, коттеджный поселок закрытого типа «Петровский парк». В живописном уголке, в окружении хвойного и лиственного леса. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Продажи открыты. Звоните 8 800 201 2002. Коттеджный поселок «Петровский парк». Успей на акцию «Жилой комплекс Новый Азов». 279-89-89. Новогодние корпоративы в Кантине. Территория, зал, мангал, пруд бесплатно. Московская 320. Телефон 8 938 152 5942. Друзья, здравствуйте! Поздравляю вас с наступающим Новым годом, годом 2019, годом хрюшки. Строя планы на грядущий год, мы всегда надеемся на лучшее. Мечтаем, загадываем желания. С наступающим Новым годом! Пусть этот год принесет вам много счастья, удачи, тепла и света. Пусть успех придет в ваш дом, здоровье, радость, друзья пусть улыбаются. Вам машут вот так, вот машут вот так. Поздравьте родных и близких с экрана телевизора в новой рубрике «Азов.Инфо» «Инстамания». Снимайте свои видео-поздравления и выкладывайте на своей странице в Инстаграме с упоминанием «Пульс нижнее подчеркивание Азова». Самые оригинальные, веселые и добрые попадут в эфир программы новостей на пятом телеканале «Пульс». «Елка на Пульсе» приглашает в гости. Ждем ваших детей в маскарадных костюмах 28 декабря в 17 часов на привокзальной площади. Приходите на праздничное представление от медиахолдинга «Пульс». С наступающим Новым годом! Генеральные спонсоры праздника. Сеть аптек «Социальная аптека». Ваше здоровье – наша забота. Лаборатория «Инвитро», медицинские исследования, магазин-склад «Светофор», магазин низких цен, сеть магазинов канцелярских товаров «Парта», товары для школы и офиса, магазин «Матрешка», огромный выбор, выгодная цена, компания «Актив деньги». Все просто, когда мы рядом. Сеть магазинов стильной женской одежды «Ника». Спонсоры – фирма «Проксима», новый пломбир на сливках «Девушкина», удивительная деревня. Сеть магазинов «Детская сказка», чтоб блестели от счастья глазки. Встречаемся 28 декабря в 17 часов. Для здоровья человека «Социальная аптека» — очень низкая цена. Вам понравится она. «Социальная аптека». Единый телефон 8 800 100 0103. Внимание! В медицинских офисах «Инвитро» Ростова и Ростовской области с 1 по 31 декабря проходит акция «Обследование почек за 649 рублей». Подробности на сайте invitro.ru. С наступающим Новым годом! Магазин-склад «Светофор» предлагает большой ассортимент продуктов питания. Мясные и колбасные изделия, полуфабрикаты замороженные, молочные продукты, кондитерские изделия, чай, кофе, соки, воды, бытовую химию, товары для животных, текстиль и многое другое. Ждем вас по адресу город Азов, кооперативная 15D. Сеть магазинов «Парта» представляет широкий ассортимент канцелярских товаров для школы и офиса от самых известных брендовых производителей. Мы ждем вас в магазинах по адресам: Привокзальная, 10Б, торговый центр 7 ветров, цокольный этаж и центральный рынок в ряду «Синяя линия». Низкие цены и приятное обслуживание вас порадуют. Пишите, в магазине «Матрешка» есть все, что необходимо для незабываемого празднования Нового года. Вечерние платья, новогодние украшения, товары для детей, праздничная посуда и тысячи идей для подарков вашим близким. Магазин «Матрешка», торговый центр «Шекспир», второй этаж. Огромный выбор, выгодная цена. Почему? Да потому что это удобно. Очень быстро и ничего не надо ждать. 15 минут и все. Нужен только паспорт. И быстро, надежно, удобно. Без залога и поручителей. Нужен только паспорт.
в магазине «Ника». Новое поступление стильной женской одежды. Куртки, шубки, платья, джинсы, необычные костюмы и многое другое. Фантазийный вид и отличное качество. В магазине «Ника». Ждем вас по адресу. Азов, центральный рынок, коричневая линия, павильон номер 8. И в новых рядах рядом с детской игровой комнатой. Продолжим выпуск. 7 декабря исполнилось 5 лет Азовской винодельни «Кантина». В честь первого юбилея на территории усадьбы состоялся грандиозный праздник, на котором побывали и наши корреспонденты. Всего 5 лет тому назад въезжающих в Азов со стороны Ростова встречали лишь унылые заброшенные холмы. Сегодня здесь выросло современное предприятие – усадьба фермерского хозяйства «Кантина», которая стала своеобразными воротами в наш древний город. На холмах подрастает Государев виноградный сад. Указ о нем в свое время издал Петр I. 7 декабря «Кантина» вместе с многочисленными друзьями с размахом отметила свой первый юбилей. Указы мои царские исполняются и в жизнь претворяются. Я думаю, у вас у всех сегодня есть такая возможность попробовать наше родное донское вино. А посему... хотел бы послушать речь от мужа Азовского, который душу, труд свой вложил в то, чтобы целых 5 лет производить это прекрасное вино. Алексей Михайлович Склиров. По словам основателя винодельни Алексея Склирова, сегодня «Кантина» – полностью сформированное предприятие, которое выходит в режим стабильной работы. От имени главы администрации Азова Владимира Рощупкина коллектив предприятия поздравила заместитель по вопросам экономики Елена Скрябина. Искренняя благодарность вам и вашему прекрасному, дружному, целеустремленному коллективу за созидательную деятельность, за прославление нашего города. Уверен, что каждое ваше начинание будет успех и большое будущее. Также в поздравлении было отмечено, что, несмотря на молодость, фирма «Кантина» успела стать узнаваемым брендом. Это прекрасное имя и тонкий, изысканный вкус выпускаемой вами продукции для тысячи завчан и приезжающих к нам гостей успели стать одним из символов города. Одна из основных задач коллектива «Кантины» – возрождение утраченной культуры питья, которая невозможна без высококачественных натуральных напитков. Мы поинтересовались мнением гостей праздника о продукции азовской винодельни. Безусловно, потрясающий букет, совершенно чудесное послевкусие. Очень приятно, что в нашем краю есть такие вина. Чудесно, музыка чудесная, вино вкусное, замечательно. Впрочем, по наблюдениям первого мэра Донской столицы и давнего друга, основателя винодельни, все, чем занимается Алексей Склиров, неизменно приводит к отличным результатам. Вино, я надеюсь, здесь будет всегда хорошее, потому что здесь к этому... по вопросу относятся очень профессионально. А когда люди берутся за работу профессионально, то трудно что-то испортить с хорошего продукта, с хорошими знаниями. Я надеюсь, здесь будет все хорошо. Участники праздника, азовчане и гости из Ростова, которых, кстати, было значительно больше, признались, что смогли отлично отдохнуть и от души повеселиться. Очень нравится, душевно, очень нравится. Очень здорово, позитивно, весело. Интересно наблюдать за компаниями, которые разбились по кучкам, каждый в своем настроении, в своих эмоциях, каждый, видимо, предвкушение от вкуса вина, да? У каждого свое настроение. Мы тоже немножко дегустировали. Прекрасные впечатления, прекрасная компания. Что еще нужно? Есть хлеб и вино, есть зрелище. Вы знаете, очень хороший праздник. Мне очень понравилась та теплая, уютная обстановка, которая царила. Мне понравилась и донская уха, и замечательный джазовый коллектив. А самое главное, наверное, то, что на этом празднике мы отмечали 5-летие винодельни. Это первая винодельня, и я надеюсь, Алексей Михайлович на этом не остановится, и «Кантина» будет расширяться. И действительно у нас будут царские виноградники и царское вино.
Всякий юбилей – это не только время подведения итогов, но и повод задуматься о будущем. Прежде всего, Кантину ждут работа над стабилизацией качества, узнаваемостью продукции винодельни и магазина фермерских продуктов, а также наращивание объемов и выход на более широкий рынок. Для организации отдыха гостей усадьбы будет задействован и Кантиновский пруд. Мы закончили буквально вчера освещение нашего катка. И как только морозец, дорогие друзья, берите коньки, мы музычку поставим. И так красиво на нашем здесь льду. Можно будет покататься, покружить на коньках. Ну, как в добрые-предобрые старые времена, когда в Азове существовал каждую зиму городской каток. В городе его заливали. Давайте попробуем. Ждем вас, приходите. Все абсолютно бесплатно, за исключением, конечно, напитков и еды, которую здесь вы будете получать. А так погреться, зайти, посидеть, выпить чашку кофе, покататься на коньках или пожарить свой собственный шашлык на природе – не вопрос, пожалуйста, приходите. Возвращаясь к празднику, надо сказать, что он, несомненно, удался. А Кантину на пути к следующему юбилею ждут кропотливая, но очень интересная работа и еще более высокие достижения. Татьяна Иващенко, Юрий Друзякин, Азов.Инфо. 10 декабря традиционно отмечается Всемирный день футбола. Таким образом, международное сообщество отдает дань этому виду спорта, который для многих миллионов стал не просто игрой, а стилем жизни. Первое упоминание о футболе как об игре в мяч ногами датируется 2000-летием до нашей эры. Игра в футбол позволяла китайским воинам поддерживать хорошую физическую форму. Также есть предположение, что предшественником футбола была дикая игра саксонцев, которые жили в Англии в 8 веке. На поле битвы после сражений они пинали отрубленные головы противника. Футбол играли и в Древней Греции, и в Риме около 2500 лет назад. В Греции эта игра называлась «Битва за мяч», из чего можно предположить, что играли в нее, соответственно, применяя всевозможные приемы боевых искусств. А вот в Азове впервые игра состоялась в 1913 году. Как сообщает городская газета «Эхо Азова», матч прошел в имении Сыроватского. Азовская команда «Олимп» провела игру с футболистами Ростова. В тот раз победу одержали гости. С этого момента футбол стал любимой игрой азовчан и вошел в их повседневную жизнь. И сегодня азовчане считают, что футбол – это одна из визитных карточек нашего города. В Азове славные футбольные традиции. Более 100 лет назад, в 1913 году, состоялся первый футбольный матч. И с тех пор Азов является одним из центров областного футбола. И даже некоторым образом и российского. У нас богатые традиции. Работают две спортивные школы. И я уверен, что этот праздник отмечает весь азовский футбол. Сегодня футбол в Азове получил новое интенсивное развитие. Накопленный за такой продолжительный период опыт ветераны спорта, конечно же, передают молодым игрокам. И уже скоро наш город в первенстве лиги будет представлять одноименная команда. Мы надеемся продолжить лучшие традиции футбола города Азова. В перспективе у нас в этом году создание футбольного клуба «Азов» на базе нового стадиона имени Лакомова, который был построен к чемпионату мира по футболу. Вот. Совместно с администрацией города Азова и с Федерацией футбола Азова мы в ближайшее время соберемся. И в следующем году в первенстве области высшей лиги будет выступать одна объединенная большая сильная команда ФК Азов. Немаловажную роль в возрождении азовского футбола сыграл и чемпионат мира, проходивший этим летом в России. На Донской земле прошла финальная часть чемпионата. А жителям Азова выпала уникальная возможность окунуться в атмосферу спортивного праздника и воочию увидеть звезд мирового футбола. Екатерина Чесверякова, Валентина Сираж, Александр Истомин, Азов.Инфо. Это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды. Спонсор выпуска – сеть магазинов «Дешевая аптека». Мы заботимся о вашем здоровье. Звоните и сообщайте нам интересную информацию по телефону 6 15 54. Будем делать новости вместе. Подписывайтесь на нас в Инстаграме «Пульс», нижнее подчеркивание, «Азова», а также в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Ютуб. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.
Главный принцип дешевой аптеки – продадим всегда дешевле, если назовете цену конкурента. Если вы все же найдете место, где нужный вам препарат стоит дешевле, вам сделают скидку. У нас вы получите минимальную цену в городе. Дешевая аптека – это всегда большой выбор препаратов по низким ценам. Ведь ваше здоровье – наша забота. Мы работаем с 7 утра до 9 вечера. По адресам город Азов, улица Привокзальная, 23 и Московская, 76. Во вторник, 11 декабря, пасмурно, небольшой дождь, днем плюс 6, плюс 7 градусов, ночью плюс 4, плюс 6. Ветер восточный 6-7 метров в секунду, влажность воздуха 93%. Уровень воды в реке Дон на 11 сантиметров выше нулевой отметки, температура воды в реке плюс 4 градуса, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.